Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики. Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики. Подрастайте поскорее, малышарики. Бабочки. Здравствуйте, малыши. Привет. Привет. Решили поиграть на свежем воздухе? Ага, мы гулять идем. Да, ура! Хе-хей! Эй-гей-гей! Пандочка, как здорово ты умеешь прыгать. Ага, а еще крутиться. И вот так. Замечательно. Да, места на улице вдоволь. И попрыгать можно, и побегать хорошенько. Не то, что дома. Может быть, позовешь друзей? Ага. Пойдем прыгать. Прыгать? Нет, я не прыгаю. Я бабочка. Вот, и вот так. Пойдем прыгать, ежик. Нет, я рисую. Так, вот. О, кажется, наша попрыгунья что-то задумала. Что это? Вот я тебе помогаю. Цветочки. Ой, а это у вас что? Цветочки. Хочешь на цветочек, бабочка? Ого! Полетели! Вот так! Ура! Бабочки, ёжик, давай с нами! Ой, ой! Ёжик, ты тоже бабочка? Нет, я кузнечик. Цветочный лук, две бабочки и кузнечик-попрыгунчик. Хорошая получилась игра, подвижная. Да! Подвижные игры. Поиграем? Здесь? Нет, на улице. Мы попрыгаем, 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 как мячик. Ну-ка прыг, 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 прыг. И как зайчик развеселый по тропинке мы поскачем ножкой. Дрыг, 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 дрыг. Вверх тормашки, вниз тормашки. Прятки, бегалки, пятнашки. Это любят делать все на свете. Те и эти, те и эти. Непоседливые дети. Понравилось на улице, малыши? Да! Да! Кто выше всех прыгал? Я! Кто быстрее всех бегал? Я! Кто дальше всех мячик кидал? Я! А кто же тогда лучше всех поиграл? А мы попрыгаем, 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 как мячик. Ну-ка прыг, 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 прыг. И как зайчик развеселый по тропинке мы поскачем ножкой. Дрыг, 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 дрыг. Вверх тормашки, вниз тормашки. Прятки, бегалки, пятнашки. Невозможно усидеть. Да-да. Если ты веселый деть. Thank you.
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Подарок. Здравствуй, пандочка. Привет. Что это у тебя? Картинка. О, как здорово. Ты хочешь сделать ежику подарок? Ага, подарок. Привет, ежик. Это тебе. Спасибо. Как же приятно получать подарки. А еще приятнее их дарить. Ёжик, о чем ты задумался? Я тоже хочу подарить пандочке подарок. Очень хорошо. Что ты ей подаришь? Не знаю. Давай подумаем, что пандочка любит больше всего. О, цветы? Что ж, пандочке они наверняка понравятся. Не достать. Может, поставить еще что-нибудь? Осторожно, ежик! Нужно укрепить конструкцию. О, какие они большие. И правда, издалека цветы казались меньше. Ёжик, как ты туда забрался? Сначала по книгам. Потом по коробке. Потом по щечке. Хотел подарок тебе. Подарок мне? Тебе, но не получилось. Разве? Посмотри-ка внимательно, ежик. Как ты думаешь, чему радуется пандочка? Она любит лазать и ползать. Получается, что ты, ежик, сделал пандочке отличный подарок. Лазалка и ползалка. Ползанье и лазанье. Все девчонки и мальчишки любят лазать, как мартышки. Любят ползать, как котята. Все ребята и девчата на коленках, локоточком, по траве и по песочку. И на пузе, если надо, одолеем все преграды. Одолеем все преграды. Елок полопаю, да поползу по полу. Я поползу по полу, я прямо под кровать. Что там под кроватью, не видать, не видать. Что там под кроватью, не видать. Я ползу, 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 ползу. Я ползу, ползу, ползу. Вот ползет по камню ужик. Рядом жук ползет не хуже. Мишка на пенек залез. Вот такой веселый лес. Все девчонки, девчонки и мальчишки, мальчишки любят лазать, как мартышки. Любят ползать, как котята. Все ребята и девчата на коленках, на коленках, локоточках, локоточках, по тропе и по песочку. И на пузе, если надо, одолеем все преграды. Солнышко проснулось.
проснулась, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. О! Калейдоскоп. Ух ты! О! Добрый вечер, ёжик. Добрый вечер. Во что это ты играешь? Это... Ой! Здравствуйте, малыши. Привет! Нет, я дальше. Может, согласитесь на ничью и поиграете с ежиком? Нет, неинтересно. Я быстрее! Я быстрее! Интересно. Я быстрее! Я быстрее! А я выше! А я быстрее добегу до ежика. Я быстрее, а я выше. А кто из вас сильнее? Смотрите, какая у ежика тяжелая труба. Какой силач ему поможет? Молодцы, малыши! Вы все настоящие силачи! Что это мы принесли? Это... Там внутри узоры! Такая игрушка называется калейдоскоп! Калейдоскоп! И внутри у него действительно красивые узоры! Интересно посмотреть? Да! Интересно! Идите сюда! Ого! Треугольники! Звездочки! О, цветочки! Ну что, малыши, сегодня больше не соревнуемся? Ого! Ага! А мои цветочки лучше всех! Спокойные игры. Как приятно пошуметь, 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 но при этом, друг, заметь, ты заметь, правда ведь, можно тихо поиграть, 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 не стучать, не кричать, но при этом не скучать. Тихо-тихо, тихо-тихо рисовать. Можно тихо-тихо-тихо книжки новые листать. И из кубиков любимых тихо-тихо мы построим целый город очень лихо. Можно тихо-тихо-тихо, тихо-тихо рисовать. Можно тихо-тихо-тихо книжки новые листать. И из кубиков любимых тихо-тихо мы построим целый город очень лихо. И из кубиков любимых тихо-тихо мы построим целый город очень лихо. Ha ha ha!
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Слон. Опа! 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 Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Привет! Опа! Оп! Ой! Ой, грязь! Нет, малыши, это не грязь, это глина. А зачем она? Из нее можно что-нибудь слепить. Пойдем! Во! Туда! Ага! Мячик! Опа! Блинчик! Глина мягкая. Лепить нужно аккуратно. О! Черепашка! Черепашка! Глина! Мнется! Не черепашка! А динозавр? Динозавр! Не динозавр! Слон! Вот кто! Слон! Слон! Оп! Аккуратно, мнется. Да, малыши, глина мнется и еще очень пачкается. Давайте-ка умываться. Все, чистые, побежали к слону. Вы чего? Не мнется? Твердые? Как камень! Просто глина засохла, и теперь она твердая. Вы можете покататься на вашем слоне и даже раскрасить его красками. Фу! В следующий раз будем лепить слона побольше. Или даже, может быть, большого глиняного динозавра. Глина. Вот, кувшин глиняный. Сколько разного вокруг сделано из глины. Глина – это юный друг. Материал старинный. Если глину в руки взять и от всей души помять, может получиться славная вещица. Эй, кувшин для молока, и большая кружка, и кукушка, и лягушка, и с полоской хрюшка для тебя игрушка. Глину нечего искать, глина рядом с нами. Не поверишь, но она прямо под ногами. Это глина, 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 что-то вроде пластилина. Если в руки ее взять и от всей души помять, может получиться славная вещица. Соловей и уточка, глиняная дудочка.
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Африка. Доброе утро, крошек. Доброе утро. Доброе утро. Привет, привет. Привет. Пора вставать. Барашек, вставай. Будем играть. Не хочу. Не буду. Почему? Ты сломал мой сон. Там был слон вот такой. И еще лев. Ррррр. И попугай. И мартышка. У-ху-ху-ху. Малыши, нашему барашеку снилась Африка. Да, Африка. Буду дальше спать. Вот. Барашек, а мартышка она у-у-у или у-у-у? Она у-у-у-у. Так? Барашек, а лев это р-р-р или мяу? Р-р-р. Я лев. Я мартышка. Мартышка. Ну как, барашек, похоже на твою Африку? Нет. Слона нету. Я буду слон. Бум-бум. Топ-топ. Бум-бум. И я слон. Топ-топ. Бум-бум. Топ-топ. И я слон. Бум-бум. А я не слон. Я слоненок. Топ-топ. Бум-бум-бум. Топ-топ. Бум-бум-бум. А я попугай. И я попугай. Мы попугаи. Малыши, да вы же зарядку придумали. Молодцы, давайте еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Вот мы в Африке опять. У нас Африка. Утренняя гимнастика. Что мы делаем с утра, малыши? Утреннюю гимнастику. Чтоб быстрее нам проснуться, надо просто улыбнуться, громко крикнуть: «Здрасте-ка!» Хороша гимнастика. Попугай на ветке крыльями хлопает, хлопает. Хлоп, хлоп, хлоп. На полянке мишка ножками топает, топает. Топ, топ, топ. И тигренок, и котенок утром сразу же с просонок спинку выгнул, как дугу. И я тоже так могу. И я тоже так могу. И я тоже так могу. Попугай на ветке крыльями хлопает, хлопает. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп-хлоп. На полянке мишка ножками топает, топает. Хлоп. Зайчишка, и зайчишка, как мальчишка, как мальчишка, прыгать вовсе не устал. Ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день настал. Ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день настал.
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Пазлик. У малышей новая игра. Они соблюдают режим дня. Здравствуй, пандочка. Смотришь, что делать дальше? Да, здравствуйте. 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 Здравствуйте, малыши. Обед. Пообедали. Спать! Не хочу спать! Хочу гулять! А как же режим? Вот так! Что теперь? Теперь гулять! Такой режим! Гулять, 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 гулять! Давайте кататься, барашек! Наверх! Давай, давай, давай! Ёжик, поднимайся! Барашек, подойди! Ну чего они заснули? Да, заснули. А ты сама спать не хочешь? Я? Нет! Ой! Кажется, режим нужен не только мальчишкам. Давай уложим их спать. Хорошее дело, режим. Он помогает малышам и повеселиться, и отдохнуть. Режим дня. Малыши, у вас есть режим дня? Да! Да! День расписан по порядку. Утром делаем зарядку. Поиграли, погуляли, пообедали и спать. А потом опять проснулись, потянулись, улыбнулись, чтобы снова поскорей играть, гулять. Гулять! Побежим, побежим, а потом полежим, соблюдаем мы режим. Полежим, полежим, а потом побежим, соблюдаем мы режим. А это что за важное дело, пандочка? Это шалилки. Ну, если соблюдать режим дня, времени хватит на все. И на шалости тоже. Ура! Все успеет только тот, только тот, кто разделит день как торт, словно торт. Чтобы все успеть покушать, поразглядывать, послушать, да еще и погулять. Надо, братцы, расписание соблюдать. Гулять! Побежим, побежим, а потом полежим, соблюдаем мы режим. Полежим, полежим, а потом побежим. Хорошо, что есть режим.